Приветик, мои хорошие девочки! Сегодня я вам хочу рассказать про свой заказ iHerb. Мне кажется, про iHerb тоже уже не слышал только ленивый. iHerb — это сайт натуральной косметики, биодобавок, еды. Это американский сайт. Доставка у него осуществляется в очень многие страны. Она платная и зависит это все от веса и, по-моему, от цены. Ну, то есть все, цена колебается. Я очень долго не решалась заказывать с сайта iHerb, заказывала через группы ВКонтакте натуральные какие-то, да, тоже натуральный дезодорант, но в этот раз я решила все-таки закажу сама, и уже я заказывала два раза, но сейчас я вам покажу две посылки вместе. Итак, давайте начну с того, что держу в руках, это кисти. Первая кисть, которую я не могла не заказать, это, конечно же, Real Techniques, это Blush Brush, знаменитый бельчий хвостик. Я уже думаю, что говорить, что кисти идут в упаковках, кисти от Саманты и все такое, думаю, это все прекрасно знают. Я с самого начала очень долго хотела именно бельчий хвостик, мне она очень нравится для контурирования, для румяшек, для пудры. То есть многофункциональная кисть, я ее еще не распробовала именно вот в работе, так сказать, но она очень мягусенькая, я уже радуюсь от только того, что она у меня есть. Она такая мягенькая. Девчонки, по-моему, кто-то говорил, что на сайте iHerb она стоит дешевле, чем покупать или на официальном сайте, ну или где-то. То есть на сайте iHerb она стоит $9. Именно она. И на сайте представлены другие кисти и комплекты и так далее. Так, следующие три кисти — это кисти от e.l.f. Они идут уже вот в таких вот упаковочках все. Я их помыла просто, поэтому они у меня в брашгардах. Ну, давайте начнем с кисти для пудры, Powder Brush. Она у меня мокренькая, но я думаю, вы поняли, какой она формы, вот такой вот. Очень хорошо набита, вот ее я обожаю. Хотя, по отзывам, она ни у кого не лезла, она прям идеальная, но у меня волоски торчат. Оно, конечно, не смертельно. Но, тем не менее, я не скажу, что она прям вот идеально, вам не будет видно, но на самом деле волоски торчат. Но она суперская кисть за их стоимость, то есть каждая кисть, по-моему, стоила что-то около 2-3 долларов, что ли, я могу ошибаться, но я все ссылки оставлю вам внизу, вы посмотрите. Кисти e.l.f. суперские, они синтетические, в общем. Классный, классный, классный. Так, следующие кисти от e.l.f. Допустим, это Complexion Brush. Они у меня тоже все мокренькие. Вот такая вот кисть. Они все очень мягусенькие. Конечно, вот я их пробую, немножко шатаются. Ну так, не отлетают, но чувствуется, что кисти сидят неуверенно. Но подклеить не проблема. Очень мягенькие кисти. Я брала кисти e.l.f. по отзывам американских блогеров, которые просто души не чают в этих кистях, и среди всей косметики e.l.f. кисти являются must-have'ами, скажем так. Ну вот, буду пробовать, буду тестировать, они очень мягенькие, приятненькие, выглядят хорошо, поэтому за их стоимость тем более совсем неплохо. Так, следующее у меня это Stipple Brush, это, так сказать, дуофибра, но какая-то вот она слишком маленькая, плохо набита. Ну, такое, за такую стоимость, конечно, классная кисточка, но я буду еще тестировать, посмотрим, как они в работе, как они в действии. Тогда уже дам как бы полную оценку этим кистям, но пока я ими довольна вот внешним видом. Какой у них ворс? Неплохо, скажем так, неплохо. Так. Не могла я не заказать свое обожаемое кокосовое масло. Я не очень понимаю, рафинированное, не рафинированное, какое пахнет, какое нет. Скажу вам только за это. Это кокосовое масло. Не пахнет, оно не имеет запаха. Вообще никакого. Немножко, если так вдыхать
На полную. То есть, может быть, чуть-чуть там сливочное масло пахнет, но кокосовым маслом оно не пахнет. Но действие его на все 100. Я обожаю кокосовое масло больше на тело, чем на волосы. Я вижу эффект сразу. Я просыпаюсь с нереальнейшей гладкой кожей. И всем советую, кто еще не пробовал кокосовое масло для тела, попробовать. На волосы вот я не вижу того эффекта, который я вижу, допустим, от оливкового масла. Если я делаю на конце оливковое масло, то я вижу результат, я их чувствую, волосы чувствую, какие они мягенькие. Зато я чувствую, какая мягкая кожа после кокосового масла. Поэтому всем советую попробовать, кто еще не пробовал. Заказала себе вот такое вот, это тоже кокосовое масло, но с ванилью идет. Ну вот что-то такое вот среднее, думаю, тоже. Я брала все по отзывам, поэтому запах такой волшебный. Очень серьезно, пахнет очень вкусно, только из одного запаха можно брать, увлажняет очень классно. То есть они идут на самом деле наравне по увлажнению, но тут еще волшебный запах. Для сладкоежек, для тех, кто любит ванильные, кокосовые запахи, я настоятельно советую, они стоят совсем недорого. Я все ссылки оставлю внизу, и вы посмотрите стоимость, потому что я просто не помню ее. Я буду, скорее всего, брать еще, то есть если кокосовое масло, я буду разные, наверное, скорее всего, заказывать, то вот эту вот штучку я буду заказывать однозначно. Ну и последняя вещь, это вот такой вот дезодорант, натуральный Crystal Essence с гранатом в пустых баночках. Я уже показывала один, который я выбросила, закончился он у меня. Вот второй, его вот уже. Вот так я буду их заказывать и дальше. И, наверное, уже не буду их нахваливать, советовать. Думаю, все уже поняли, что я их очень люблю. Так, в подарок к заказу бесплатно можно выбрать. Есть заказ. И есть страничка бесплатные, как бы, дополнения к заказу. То есть вы можете выбрать одну единицу, какой-то продукт, который вам пришлют бесплатно. Вот только сейчас вспомнила, что я забыла показать еще два бальзамчика. Один, который мне прислали с первым заказом бесплатно, я его выбирала, с ванильным. И второй бальзамчик я заказывала, кокосовый, я их просто не могу найти. Но ссылки я оставлю внизу, бальзамы классные. Оставлю внизу, посмотрите, я их просто не могу найти. Так, а вот ко второму заказу я бесплатно выбрала вот такую вот термочашку. Термос, не знаю, он на сайте стоил $7, ну а вот можно к заказу взять его бесплатно. Я его еще не тестировала, но он такой вот вроде бы крепенький. Обычная термос, обычный. Но как он в действии, я еще не знаю, но все равно приятная штучка такая вот, да. И положили, стилос это называется, да, я не уверена, что я сказала это правильно, но к сенсорным телефонам, планшетам, такая прикольненькая штучка, кстати, ей прикольно очень водить по экрану, она хоп, хоп. На самом деле прикольная штучка, если вы любите их, мягко, прикольно, не знаю, положили просто так в подарок, приятно, пусть будет. Вот такой, девчонки, обзор получился, немножко такой сумбурный, но я надеюсь, что вам он чем-то оказался полезным. Если вы заказывали сайт iHerb, поделитесь, что еще вот стоящее надо заказать, что действительно понравится, что для вас, может быть, является must-have-ом, что вы заказывайте постоянно. Кстати, заказ мне шел месяц, что первый заказ, что второй месяц. Никаких проблем, все пришло упаковано нормальным, ничего, ни масла у меня ни как-то не потекли, ничего. Все в целости, все в сохранности. Если еще у вас остались какие-то вопросы, то пишите все внизу, пишите комментарии и must-have свои сайты iHerb. Ну, спасибо за просмотр. Всё, пока!